Здесь территория вот этого, вот эта территория, это 1,6 гектар. Здесь садковое содержание форели. На днях Комитет по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы провел свое выездное заседание на территории Дмитровского округа. Областные депутаты приехали своими глазами увидеть, как работает одно из лучших крестьянско-фермерских хозяйств региона – семейная ферма Булатовых. Недалеко от Деденева Рамиль Булатов с сыновьями разводит форель и карпа. Здесь же устроил небольшую площадку для рыбалки. Помогает фермерам осваивать премудрости рыбоводческого дела Александр Кочетов, руководитель селекцентра в Рыбном. Депутаты Мособлдумы узнали об особенностях разведения рыб и смогли сами покормить молодую дмитровскую форель. Вот в этих теплицах мы с февраля месяца закладываем однолетние цветы. Еще один участок уже побольше Булатов задействовали под тепличное дело. Здесь они выращивают рассаду 300 видов растений, а неподалеку расположена собственная пасека. Руслан Булатов за главного. Уже 10 лет вместе с отцом он развивает это направление семейного агробизнеса. Здесь когда начали? Вот теплицы все дела? Где-то лет 10 назад. Начали, да? 7, аж, да. Ну, сейчас уже по сравнению с тем, что было. Все выросло значительно. То есть сколько было в начале? Начинали, ну конечно, мы постоянно развиваемся. То есть начинали там со 100 растений. Вот. Сейчас уже там 200 тысяч растений. Вот, как бы так вот. 300 видов, да? Да. Затем члены Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку побывали в Горках на основной ферме Булатовых. На въезде в ферму стоит собственная новенькая сыроварня. Рамиль получил грант областного правительства на строительство здесь современного производства твердых сортов сыра. Ирина Булатова, супруга Рамиля, показала гостям, какие сыры уже выпускает их сыроварня, а это без малого 21 сорт. Провела экскурсию по производственной части. Конечно, мы не стоим на месте. Мы сегодня на подъеме однозначно. Мы сегодня достроили коровник еще на 200 голов. У нас на 100 здесь, еще на 200. С понедельника мы заселяем туда животных. Вот, и с опозданием, конечно, но этому есть определенные объективные причины. Рамиль с супругой прошел специальное обучение у лучших отечественных и европейских сыроваров и получил государственное удостоверение по специальности мастер-сыровар. Поначалу перерабатывал молоко своих коров в мягкие виды сыров, а технологию изготовления твердых сортов осваивает уже на новой производственной площадке. Продегустировав булатовские сыр и мед, областные депутаты провели расширенное заседание Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы, на котором обсудили меры поддержки подмосковных фермеров при реализации их сельскохозяйственной продукции. Вы видели, мы обходили много подразделений его, и видим, какой колоссальным трудом они заняты, и члены семьи, и другие помощниками. Представьте себе этот огромный труд, который они делают, выращивают и молоко, и молочную продукцию, а это еще рыба. Но тут еще нужна самая главная проблема, куда его сбыть. Эта проблема, очень большая проблема, которой мы систематически занимаемся.